Да, познакомился я с озером еще где-то в 5-летнем возрасте. После того я хожу зимой сюда. Здесь дырки пробиваем во льду, чтобы рыба не подохла. Все, тут отдыхаем, кругом озера ягоды собираем, сено косим. Все, мы здесь отдыхаем, живем тут и радуемся этому озеру. Думаем, а как бы лучше прожить и все, больше ничего. Чтобы все было хорошо тут вот у нас, в этом Казахстане, также и на планете на нашей. Чтобы все было мирно, хорошо. Вот эта вся думка, она у каждого сидит. Чтобы только было детей же, люди, детей повыучить, где-то они разъехались, а сейчас остались одни мы, старики тут. Именно здесь молодежи надо, здесь живописные места такие, здесь надо им, молодежь, вот, пускай он там где-то живет, но сюда пускай приезжает, отдыхает,